На сайте одного из крупных продавцов электроники в Приднестровье сегодня появилось сообщение, что с 5 ноября в продажу поступят термопринтеры. Цена сегодняшнего дня, указанная на сайте, 797 рублей. Предзаказы принимают уже сейчас. Термопринтеры необходимы предпринимателям, которым до Нового года предстоит перейти на упрощенную систему налогообложения. Устройство подключается к смартфону и выдает чек. Затраты предпринимателя на приобретение термопринтера государство обязалось компенсировать. И сумма налогов предпринимателя будет вычтена 55 РУМЗП. Эта сумма примерно равна цене термопринтера на сайте продавца. Там указано, что производитель обещает до 3 дней автономной работы устройства.